кажется, мне Раум забрал. А, Раум забрал, я понял. Я такой летаю, летаю, такой, ну, боф убиваю, такой, выходит Раум, такой пишет, ах, засада, он меня чуть не забанил, но у меня был суперчит. В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить крутой магазин аккаунта Блокстрайки. Ребят, если вам нужен аккаунт с Керамбитом или Гуднайфом, то обращайтесь именно сюда. Но перед покупкой, ребят, все внимательно проверяйте, чтобы все было честно. Потому что вся ответственность только на вас. Ну, как мы видим, группа неплохая, есть вроде бы отзывы, вроде бы есть скрины переписок, но, ребят, вы всегда проверяете вдвойне. Все, ребята, ссылочки есть в описании, покупайте и кайфуйте с новыми аккаунтами. А мы продолжаем. Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе. И сегодня вашего Кента вызвал на дуэль самый настоящий читер. И, да, кажись, да. Сегодня вашему Кенту будет очень плохо, потому что все-таки я обычный игрок, у меня обычные руки. Ну, а читером быть гораздо проще. Читер, ты тут, приветик? Да, конечно, привет всем. Ну что, рассказывай, какие у тебя читы. Давай, хвастайся. Я только что похвастался бы, ну, как видишь. Не повезло. Ну ладно, бывает такое, но ничего, сейчас все будет окей, не переживай. Так, а ну-ка. Ой. Ой, слышишь, а чё твои читы тебе не помогают? Разработчик забрал. Я понял, вот как раз перед дуэлью забрал, да? Да-да-да. А какие у тебя читы хоть были? Ага. Слышишь, у тебя, походу, читы? Конечно. Слышишь, у тебя читы настроены в обратную сторону. Типа, всем людям помогают читы выигрывать, а у тебя, наоборот, помогают проигрывать. Я, конечно, знал, что король дуэлей не до такой степени, блин. Даже читы не помогают, да? Блин, чувак, я ору. Карта будет 10-0. Так ты вырубай еще читы, слышишь? Если у тебя только один чит включен, включай 2, 3, давай. Слушай, ты мало читов включил, давай. Ты же мне писал в ВК, что читер прям опасный. Давай, погнали. То... Как? Ой, пока. Слушай. Надеюсь, сейчас. Ну, сейчас, вот понимаешь, 0-5. 10-0-10, а то я позорюсь. Слушай, тут, походу, читы не у тебя, а у меня. По всей видимости. Учитывая то, как ты проигрываешь. Ты. Ну чё, погнали. Читер против обычного игрока. Читер против Кента ПК. Сейчас мы знаем, кто из нас двоих настоящий про. Читер, ты готов к смерти? Ого. Да, конечно, только ты сдох. Ничего себе. Сорян за выражение. Не, так. Слышь, я такого не прощаю, слышишь? Ты помимо того, что читы используешь, ты еще меня обзываешь, да? Сорян. Ты вообще бессмертный, да? Я не обзывал. Не обзывал, ну ладно. Слышь, так, а как называются твои читы? Ой. Читы, ну не знаю, как где-то в гугле скачал, там написано читы. Это суперские. Случайно не членикс? Слышишь, членикс не качал? Членикс не качал? Нет. Там, кажется, нет. Либо это консольные команды, я рылся, помню, либо это просто читы. Ну, может, кажется, мне разработчик их забрал. Слышишь, ну, короче, хорошие у тебя читы, да? Надо будет подписчикам сказать, потому что подписчики тоже меня любят читерить. Ну, блин! Опа. Офигеть, я испугался. Ты только появился перед экраном моим. Бывает. Видишь, так у тебя разве, ну, в читах не отображается, где я нахожусь? У тебя же ВХ вроде было, ты мне писал. Угу, да. Так, а что ты удивляешься? Ой, как-то я я вообще дуэль нуб. Хотя я думал, какие-нибудь тактики против тебя, но и сыграю с тобой, у меня тактики все пропали. Я понял. То есть ты понял, что я тебе не по силам, да, грубо говоря? Нет, не по силам. Ну давай, слышишь? Опа. Так, я не знал, как ты так с компьютера реально играешь? Вот я смотрю, и это вообще не... Так я тоже с читами играю, ты же... Мне что же читы Раум выдал, как и тебе? А, Кентуха, ты потом на сходку зайдешь ко мне? Посмотрим! Какая сходка? Слышишь, у нас дуэль, а ты про сходки? Да нет, попозже, после дуэли. Читер! Ребят, идем выбивать читера, сейчас мы покажем, тут папочка. 10-1, слушай, неплохо. Давай я тебе пожму руку, иди сюда. Вот сейчас давай, бери нож и я нож. Давай, сейчас встретимся с тобой. А может быть, из 20? Из 20? Нет, дружище, у тебя и так были читы, так что у тебя была возможность. Ты используешь читы, и в итоге ты проиграл 10-1. Вот тебе не стыдно, скажи честно? Про нуб ничего не знаю, а вот про читы я тоже не знаю. Кажется, меня Раум забрал.
А, Рум забрал, я понял, слышишь? Я такой, летаю, такой, ну, боб убиваю, такой, выходит раунд, такой, пишет, так, засада, он меня чуть не забанил, но у меня был суперчит, который не давал забанить, ну, при этом все стерлось. Ага, слышишь, вот ты, да, я понял, то есть ты проиграл, потому что у тебя Рум забрал читы, да? Да-да-да, а давай-ка, один дуэльчик с ножом, давай? Ну, давай. Давай. Ну, давай. Опа! Нет, все-таки нету. Да, все-таки тебе не повезло, все равно, видишь? Ну что же, вот такой вот у нас был прекрасный читер. Конечно, мы все, ребят, хорошо понимаем, что это всего лишь, знаете, он так сказал, чтобы обратить мое внимание, то есть он сказал, что он читер просто ради того, чтобы я с ним подуэлился. Ну, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите какой-то хороший комментарий, потому что не знаю, как вас, но у меня данное видео заставило улыбнуться, потому что оно было очень позитивное, и я лично угарнул, как так можно проиграть 10-1, ну, ребят, это просто трындец. Так что поддержите меня, пожалуйста, вашим лайком, подписочкой, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока. И да-да-да, нажимайте на колокольчик, очень хорошая примета.